Новый контент Нея, набор одежды мастер граффити. Ну что ж, давайте посмотрим его. Вау, ребятки, шикарный скин, он мне прям нравится. Сзади баллончики, баллончики граффитиста, у нее вся одежда такая пестрая, яркая. Офигенная прическа, капюшон. Слушай, мне кажется, этот скин вообще отличается от других, да, он более выразительный, более детализированный, да, более четкий. Мне нравится классная маска, вот, защищающая от паров вот этой, вот этих всех красок, которыми она рисует. Слушай, ну она шикарна, она мне нравится. Давайте почитаем. Мастер граффити, неоновый вихрь. Она выбралась на улицу, чтобы творить и отвлечься от навязанной рутинной жизни, вдали от родных мест. Покупаем, ребятки, экипируем и пойдемте тестить Нея Карлсон. Надеюсь, вам понравится, и на ваши лайки и комментарии обязательно, ребятки. Let's go! 4! Нифига себе, маньяк ливнет, нет? Вот это да. Место упокоения Азарова, свалка Автохэвен. С вами канал Алекс Плей, Парадокс Плей и Джаз Джек. И у нас 4 Неи. Пойдемте. Вот так, сидя. Давайте. Спецназ работает. Спецназ. Опа. Кто там? Сзади! Ой, легион еще. Мне кажется, он маньяка подобрал. Глуханул, но она меня ударила. Включай, Алекс, повиси, пожалуйста, немного, мы подхилимся хотя бы. Давай, я повисю, да, все нормально. Мы еще покажем хорошую игру. Покажем. 16 тысяч без очков и 103 тысячи с очками. О, будет вообще красиво, сейчас он заведет. А, минус. Не было настроя, сейчас будет. А, подземный комплекс Национальная лаборатория Хоукинса. И почему не было этой кругляшки, чтобы подготовиться? Была. А почему за тебя стоял? У меня была. Была? Любимая моя карта и ненавистная Джеком. Да? Или Кириллом, я забыл. Кто-то... Нет, ну кто-то говорил, что... А, ты не любишь? Да. Почему? Уже люблю. Почему? Полюбил. Ты куда ушел? А ты где? Я от Они убегаю. Они? Слушай, да. Нормально, на этой карте против Они идеально просто. Ему что-то не развернуться. Со своей способностью. Он по коридорчикам только может бегать. Ооо, все, тычку прокекал я. Ой, всех подставил Кирилл. Ну ты че, он же сейчас в ярости будет. Давай, манси максимально долго. И не теряй кровь. Кирилл, он за тобой все еще? Да. Мы заводим, у нас 50%. Удивительно, да? Джек, что у тебя, говори. Ага. Заводишь? Я тоже завожу. Все, да. он ушел. 60. Быстро ты. 70. У нас только 70. Ну, два гена будет. Нормально. Шатал его. 80. Хорош. Его. Теперь твоя одержимость, да. Молодец, прям красава. Убежал. Да, и все, я его потерял. Пошел туда, где вы забыли. Мне кажется, это он тебя потерял. У него незаметность! У него незаметность! Незаметность? Когда генераторы заводят. Да? Я его вижу. Да. И все будет хорошо, у нас уже два гена. Так, вон еще один вижу. Да блин, я крутануться же хотел. Надо не хотеть, а делать. Я шучу, я шучу. Просто чтобы диалог какой-то был. Я понял, он в ярости, все, я 2 гена отмантил, отстаньте. Это молодец, да. Но мог бы и лучше, знаешь. Ну, мог, согласен. Тихо. Я немного насикал тут. Так. Скажи, Кирилл, что там у тебя происходит? А, так это, да. Я завожу наверху ген. Я спускаю. Все, чтобы... Бежи, беги! Ну, все. Замечательный геймплей, тут виды хорошие такие. Я все. Второй ген уже завожу. Идеально, тихо, спокойно, у меня ничего не происходит.
Супер. Это хорошо. Тяжусь сверху на жердочке. У меня самый спокойный геймплей, только чисто диалоги, просто общаюсь с друзьями, с приятелями, Джаз Джеком. Это ток-шоу в ДБД. Да? Да, да, да. Как там у вас дела? Можешь, да. Что у вас там происходит? Отлично, я завожу. Вы поладили с маньяком, поладили? Как с ним там? Ну, он ударил меня по щечку. Общий язык нашли? Я нет. Не очень. Он по-японски разговаривает. Да, он меня не понял. Я ему на русском посылаю, он это, на японском что-то орёт. Так, там всё, я завёл. Шиндрю какие-то. Спустился. Нани. Моя вамо, вот эти вот. Да, 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 нани там вот эти. О, вот с кем-то. Странная фигня. Да, он идет. Он идиот? Что-то так грубо-то. Он идиот, ты! Да, да, вот, идиот, идиот. Верно, это ты его обозвал, у тебя как раз скучный геймплей. Я не обозвал, я просто цитировал твои слова. Нет. Повторил. Ты перековеркал мои слова конкретно. Непосредственно. В данной ситуации. Он в ярости из-за твоих слов. Ты его обозвал. Так, ну ладно. Кто идиот? Такой дальше. А я пошел до заводить. Нет, он бежит! О, Джек, тебе, кстати, классно они озвучивают. Что там, Нани, Шиндарю? Моего мужчины. Нани! По горбу дали. Заслепишь? Ага, он спиной, ну спиной же стоит. Так он повернется сейчас. Нет, не повернется. Уходи. Ой, ой, ой! А, не успел, блин, Кирюня, прости. Это непростительно, но ладно. Кирилл, больше не виси, не вздумай больше попадаться. Ну, ладно. Так, он за мной. Я попробую. Я рядом, сейчас спасу. Лучше я еще повисю. А сейчас... Ну, если что, подставлюсь. Давай, давай захилим. Я тебя. Зачем ты меня? Зачем? Ну, потому что я хочу тебя захилить. Ты же сольешься. Я-то не висел, ты уже третий раз будешь висеть. Ну, ты даешь. Ну, повисю третий, я могу три раза висеть. У меня новый перк в ДБД. Он к вам, ребят. К нам? Все, тихо. Тихо. Кирилл, ну, убеги, убеги. Уходи, уходи, уходи. Я спасу, уйди. Все, я пошел спасать. Не-не-не, меня сверху чувак спасает. А, ну подхилимся, значит. Ты где? Я там же был. Я вообще не понимаю, что происходит. Не-не-не-не. Я даже его почти не видел. Как-то не попадаюсь на глаза ему. Ну. Потому что у него глаза. Бегите! На лбу. Потому что у него глаза на лбу. А, что за звуки? Это Джаз Джек говорил. Не-не-не, это... Это я понял, это звуки Спанч Боба были. У Сани. Все, сейчас. Да ёпа-мать, где он? Ну, на втором этаже, в комнатах орёт. Да он точно на втором этаже? Да. А я ну, уже, наверное, нет. Да в смысле нет? Ну, вот так. Кто это? Я. Я. А. Я завел. Че, дозаводим, да? Да, он далеко. Если что, я подставлюсь. Ты убьешь? Я тем ночью. А, я спрыгнул! Я сзади него! Он тебя не заметил, да? А, заметил. Я уже вижу, что заметил. Ничего, мы заведем и спасемся, Кирилл, не переживай за нас. Мы спасемся, да. Ну пойдем, Кирилл, что поможем? Он где хоть? Полечи меня. Да блин! Помогли, конечно. Ой, Кирилл, прости, мы тебе не поможем, да? Получается. Да, конечно. Получается. Кирилл, так, ну ты да? сам, мысли материально, ты сам этого хотел. Конечно, ты сам сказал, что ты три раза повисишь. Ну вот. Как сказал, мужик сказал, мужик сделал, да? Конечно. Я же сказал, вы сбежите. А мы возьмем сейчас испортим тебе все. Предсказание. Да, не сбежим. Я вот точно, наверное, не сбегу, потому что я в подвал пошел. Вместо того, чтобы убегать, я пошел в подвал. Он прям за стеной, я слышу его дыхание. Какой грозный, яростный. Мистер Рони.
О-о-о. А, все нормально. Сбегите, пожалуйста. Алекс, беги. А у него наеда нету. Ну так беги. Беги! Бежим! Парня, бежим! Сферость войдет, и это, ты поймешь всю соль. Аня, ходи. Я очки хочу заработать. Это из ворот можно слепить. Все, ухожу. Я полег, я просто доползу. Ну, юмористическая за серия получилась. За серия. Да. Юмористическая. За серия. 111. Плюс одна капля. У меня вообще был спокойный геймплей, я просто с вами общался спокойненько. Я тупо опять вообще копейки заработал. Какого хрена? Вот я, вот смотри, я спокойно заводил генератор, я даже от него не бегал, заработал 21. Потому что я был делом занят. А я как понял, вот из вашей логики, статистики, очков, я херней занимался, короче, серию. И накопил 13 тысяч. У меня такая же фигня. А поэтому, потому что надо заводить генераторы. А, да, ну ты же не сказал, Они, побегай за мной. Да он вообще мне не попытался, я не знал, почему он за мной не бегал. Потому что я с ним бегал всю игру. Ну вроде все одинаковые были. Не знаю, как-то. Не повезло мне. Я думал, я хотел побегать. Ну вот. Зато весело, мне понравилось. Тихо, спокойно было. Да. Очень тихо, очень спокойно. Для разнообразия надо такие тоже укладывать. Вот. Но ребята поддержат, надеюсь, подпишутся на Жека и Парадокс Плея. Вот. Ссылочки будут внизу, подписывайтесь. Обязательно. Привет передавайте. От Алекс Плея, да. Передавайте привет. Кто от меня? Привет. Обязательно, да. Обязательно пишите. Ждем, я зайду, посмотрю потом. Мне приятно будет, им приятно будет. Зайду, проверь. Да. Переулок Лэмпкин, Хэдденфилд, с вами канал Алекс Плей, Джаджек и Парадокс Плей. Опять он, смотри, приседает, а? Ну, что за токсик? Иди отсюда, я тебя не знаю. А, это Кирилл? Да, точно. Так, я пока побежал, вижу корону. Комментирует свои действия? Да. Я взял корону, я теперь свечусь, сияю, мерцаю. Рядом с полицейской машиной пробегаю, тут пикап. Фу! Боже мой, Майкл Майерс против нас играет. Он пошел в какую-то сторону, направо от меня. Но так как вы не знаете, где я, вам сложно будет определить. Джека ранили. Джек чуть не сматерился, но он сдержался, да. Джек молодец, держится. Я постараюсь быть ближе к Джеку, чтобы в крайнем случае сломать крюк. А кто-то удивился, скорее всего, это был Кирилл, чему ты удивился. Я пока не понимаю, чему. Вот, пойду посмотрю. Не заметил. Не заметил, значит. Хорошо. Значит, заметит кого-то другого. Вон, я вижу Мэг. Приседала. Это я. Мать его! Ой-ой-ой! Меня полечить? Да, куда? Куда-нибудь беги! Ай, минус уши. Так он на меня выпрыгнул. Так нормально. Игра, не тормози. У Джека, кажется, зависает игра. Надеюсь, у него будет все хорошо. Все хорошо, все нормально. Она все нормально. Отвисла хорошо. Вижу, что тут заводит генератор. Клетку Двайт. Сломал в подвале. Все, я ушел. Чумазый Двайт заводит генератор со мной. Мы завели на 60%. На 65%. И рядом Майкл. Сзади. Я застопил меня. Заслепил. Молодец. Кирилл заслепил Майкла Майерса. Кажется, он злится. Но я точно не уверен. Сложно определить. Он за мной. У него невозмутимое лицо, поэтому сложно сказать. Невозмутимейшее. Да. Непонятно его эмоции, злые они, добрые, хорошие. Ё-моё, меня положили. Еще не все потеряно. Если будет рядом крюк, я быстро его сломаю, и ты вырвешься. Но он по-любому будет рядом. Начинаются наши хреновые катки. Куда он-то, куда? В целую сторону. Туда, да. Да-да, справа, Алекс, справа. Справа, а, ну. Я ранен был, прости меня. Я подвел Кирилла.
Потому что я немножко испугался, да? Я думал, меня хитанет. Но я Кириллу этого не сказал, чтобы он не думал, что я трус. Все нормально. Все нормально. Я набрался, да. Я набрался смелости и попытаюсь спасти Кирилла. Кирилл, я побежал тебя спасать. Чуть не забыл ему сказать. Он идет в мою сторону. Идет в свою сторону? Да, да, прям в переулке. Все нормально! Все нормально! Я полежу. Убегай. Вообще он меня идеально. Не поднимет. Он. Да, идеально. Все. Понял. У него третья стадия. Так и было задумано. Так и было задумано. Все раненые. Мы специально все подбились. До третьей стадии, чтобы мы должны были все быть ранеными. Потому что мы же против Майкла Марса играем. Зачем нам лечиться, правильно? Все, он ушел. Ушел, да, может меня снимать. У меня осколок, может меня не хилять. Мы, наверное, пойдем заводить генератор. Я не собирался тебя хилять. Спасибо. Спасибо, что не собирался. Пошли вниз. Спускаемся вниз. И начинаем я заводить. Я не собирался тебя даже хилять. Так потому что третья стадия. И что? Повесил. Джек, ну, ты что собираешься делать? Скажи свой план действий. Короче, он идет к нам. Кому он хитанет, тому и смерть. Саня, ты снимаешь его? Он идет за мной, за мной идет. Он пытается выбраться, он сейчас слез. У меня осколок нормально, я живу. Он выпилился. Так. Пытаюсь убежать. О, господи, ну что за говно? Беги, беги! За Кирилл, что? Ты зачем здесь? Я же где бежал. Ты? Я не знаю. Я ж вроде бежал на шифте там, типа. Я был близко. Ладно, нормально. Нормально. Майкл меня берет. Я выиграл для вас бесценные 15 секунд. Я буду сопротивляться, жать на пробел. Меня. Мимо. Кирилл молодец, Кирилл увернулся от атаки Майкла Майерса, но он его преследует. Спустился в подвал. Действия Майкла Майерса я не вижу. Но кажется, он бежит за Кириллом и, возможно, хочет нет, его... Нет, нет, нет. Это... Нет, отстал, нет. Отстал от Кирилла. Вот теперь у меня, теперь у меня. А теперь у Кирилла, да, теперь у Кирилла. И ложит. Будем хиляться или нет? Какой-то больной... Джек ничего мне не ответил, но я понял, что он хочет, чтобы я его подхилял. Поэтому я отрезал забираться. У него барбекюха. Он вас видит, он у идет. У него барбекюха, да. Кирилл говорит, что у него барбекюха. Скорее всего, так оно и есть. Поэтому я думаю, дохиляю сейчас Джека, и мы валим отсюда. Все, валим. Расходимся. Бежит за мной. А, палетки здесь нет, и походу, ребят, это еще минус один. Минус один. А нет, он возвращается, возвращается к Кириллу. Он напряжение по левую сторону дороги. Джек, возможно, он тебя хитанет. Че ты паришь на меня, ты? Я попробую отбежать другой стороны и спасти Кирилла. Он набрал стадию. Зачем я его хилял? Не знаю. Попробуй придержаться. Саня, ты не успеешь так добежать. Ты да очень много. Один не успеет, ходишь. Второй успеет. Он обходит очень сильно. Ты назад не повернулся, я здесь. Все с тобой. Давай, я смотрел на тебя, я про тебя и говорил. А, да? Убегай, 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 беги. Стой, дай я тебя захилю. А зачем? У меня же борьбе. Ну, чтобы убежать. И быть захильными, а не бегать ранеными потом. Так у него сейчас уязвимость, ну, в общем, у нас. У него все хорошо, там у нас барбекю было, ты очень далеко убежал, он тебя увидел. Теперь. Увидел, я знаю, увидел. Так я вот собираюсь мансить еще долго. А ты спасешь Джека. Сколько? Ну я собираюсь, не факт, что так получится. Я бы тебя быстро захилил. А-а-а. Чтобы потом не хилиться. Возможно, ты прав, да. Возможно, и прав. Но теперь никто не узнает этого. Теперь никто. Меня кто-нибудь бы еще спас, вообще было бы классно. Ну, Кирилл, спасибо, пожалуйста. Стадия прошла. Дуб раненым. Так мы бы сейчас захильными были бы. Да, 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 Кирилл, давай, давай, беги, беги.
Бегу. Все. Это была легкая смерть. Он идет, что ли, сюда? Он не собирается меня. Он не собирается меня поднимать, он меня решил пожалеть. Дает мне шанс. Он помотал головой. Может быть, мы с ним договоримся? А, он тут. Предлагаю включить дипломатию. Скажи, если он идет. Он да, к вам идет, он к вам идет. Он говорит, головой помотал, я думал, он далеко. Так я тоже так думал. Так когда он помотал, это было 15 секунд назад. Он за 15 секунд до вас уже вполне мог дойти. Хитрую Джека. Ползи в мою сторону. Я боюсь. Алекс, ползи в мою сторону. Я ползу в твою сторону, да-да, ползу. Все нормально. Все хорошо. Он хочет с нами поиграть. Убегай туда, направо, вот туда. Сюда? Да, туда. Мы на него побежим. С той стороны надо было бежать, чтобы в разные стороны. Зачем ты за мной побежал? Я не знаю, что он меня хочет. Он не есть хочет смысл меня поднимать. Он не хочет меня. Он не хочет меня хитовать. Может быть, я ему понравился, не знаю. Может, он меня не узнал. Но он меня мучает. Он мучает и издевается. Он у тебя? Он ушел к вам ушел. Я бы тебя, Джек, спас, я бы побежал бы и спасал. Он меня проверил и ушел. Ага. Он говорит, чтобы я вас сдал. Он хочет, чтобы я вас сдал. Давай я сдам вас. Да я шучу, конечно, не буду сдавать. Нет, не надо. Он смотрит на меня. Он говорит, да. А как я ему помотаю, да? Как я ему, да, помотаю? Саня, заводи, он на него. Он пошел ага. к вам. Он хочет, чтобы я сломал крюк, хорошо. Хорошо. Как я ему помотаю головой? Я не понимаю, я пытаюсь с ним договориться. Пытаюсь с ним договориться, но сейчас, возможно, получится. Да, он решил меня отпустить, неужели? Ребят, заводите генератор. Заводите, не бойтесь. Я договорился с ним. Все нормально. Парламентер? Он отпустит нас. Я в кустах сижу, наблюдаю за этим. Так. Я пойду, он сказал, чтобы я ломал крюк. Куда дальше? Пощади меня, спаси меня. Боже мой. Тихо, поднимает? Не знаю, что он хочет. Тихо. Не знаю, отпустят он меня или нет. У меня фонаря нет. Ну, Джек, молодец. Джек заводит генератор, это правильно сейчас. Самое правильное решение в моей жизни. Пока есть время. Так. Я не понимаю, что он хочет. Он хочет меня домучить, да издеваться. Могу, конечно, убежать. Попробовать. Посвети, да-да, он просит, чтобы ты посветил. А у меня нету фонаря. А, у тебя нет фонаря. Надо ему как-то объяснить. Положи фонарь, положи на пол. Объясни, что нету. Он не увидел, он этого просто не увидел. Я ухожу. Я вам ничего показывать не собираюсь. Так, я сломаю круг. Он хочет доследить до стадии. Да. Саня, ты где его заведенного? Я в доме. Завожу. Я побегаю с ним. Можешь уйти от него, я боюсь, мне кажется, он меня просто накажет. Рано или поздно он меня накажет. Или пока я с ним, может быть, его не будет. А если ваш повешен? Он тут, Саня. Я не при делах. Кирилл, ты висел? Конечно. Сколько он раз? Он не поднял меня, 2. По-моему. А, ну я чуть не умер. Я 1 раз висел. Джек, ну придется договариваться. Я пошел. Не вешай его, не вешай его, не вешай. Не, я походу на минус. Нет! Блин, зачем? Смотри, зачем? Не надо.
Зачем ты его слил? Зачем? Он хочет убить вас всех, чтобы я это видел. Не надо, пожалуйста. Не надо, не надо. Не надо. Отпусти его. Отпусти. Пожалуйста. Ты вырываешься, да? Да вырывай. Подвал. Давай дочиним. Может, он пощадит нас. Давай найдем генератор. Не-не-не, вот сам с ним дружишь, ты с ними дружи. Мне он нахрен не нужен. О, сделай вид, что ты мне помогаешь, сделай вид, что ты мне помогаешь. Давай, он меня убьет, конечно, сзади на крышу. Он на крышу ходит. Он потерял нас. Захидно. Ой, что-то опасный маньяк. Блин, Джека жалко. Все, заметил, смотрит нас, наблюдает. Зря мы хилялись. Сейчас будет стадия. Так побегаем. Если я буду бегать, вдруг я его разозлю этим самым. Так, где генератор? Давай быстренько заведем уже. И свалим отсюда, если возможно. Козел. Джек. Ой, Джек умер, простите. Кирилл. Все, я минус. Он тебя точно вешает? Зачем ты так? Посмотрим, как разовьется дальше сериал. Я думаю, Салют, я могу прям на него бежать. Он тебя не будет сливать. Думаешь, не будет? Да, проверим. Мне интересно. Так, и где может быть люкс заспамниться? Слушай, он меня прям охраняет. Как телохранитель. Но не надо было Джека с Кириллом убивать. Зачем ты так? Неужели тут нету? Придется круг оббежать. Просто бежит за мной. Точнее, идет быстро, быстрым шагом. Интересно, если он еще опередит и люк закроет. Ну хотя я первый бегу. Тут нету люка. А где он может быть? Просто сопровождает меня до люка. Но из-за террора сложно услышать. Просто не слышно. Че, он внизу, что ли? Нет, тут нету. Он ушел куда-то, слушай. Люк ищ. Капец, я уже все оббежал. Где люк-то спамился? Заспамился. Ты ж справа тут не бегал. И где он? Тут нету? Нету тут. А серьезно, а где он? Блин, где этот крюк? Жестко, жестко, блин. Вроде все, бежал. Вдруг он где-нибудь хер пойми где заспамился. Карты еще нету. А, вот. Все, спасибо. И в конце хитанул. Такой. Я не знаю, узнал он меня или нет. Кто это был? Я 134 заработал. Ребят, конечно, жалко. Надо ему написать спасибо. Вот. Я думал, меня завалит, убьет, повешает давно уже мог, но решил все-таки пожалеть, пощадить, не знаю почему. Заслушается, не удается.
В общем, ребята немножко расстроены, наверное, да? Или нет? Ребят, вы расстроены? Они молчат, да, ничего не комментируют. Ну, я ссылочки на них оставлю под описанием, давайте их подбодрим. Ребятки, это у нас только разогрев. После серии я упорно буду тренироваться, и мы будем профессионалами. Да, ребятки, будем мансерами, теми еще. Ну, а пока что я прощаюсь. Всем пока, ребят. Увидимся в новых сериях.